Не осталась без внимания и фармацевтическая отрасль. С целью сокращения импорта востребованной во всем мире такой фармпродукции, как пробиотики, на днях в Юкаре-Черчикском районе Ташкентской области также начало функционировать новое предприятие по их производству. По мнению специалистов, это позволит уменьшить ввоз в страну данной продукции на 71%. Запуск проекта стоимостью 21 миллион долларов обеспечил работой 200 безработных жителей региона. Согласно данным, в мире каждый четвертый человек страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в связи с чем ежегодно растет потребность в пробиотиках, которые содержат полезные бактерии в высушенном или растворенном виде. Наша страна подобную продукцию закупает из-за рубежа. С целью сокращения импорта пробиотиков в Юкаро-Черчикском районе столичной области по инициативе главы государства запустили предприятие «Салюбрис Вита» по производству фармацевтической продукции пробиотиков. Реализация этого проекта позволит уменьшить ввоз в страну данной продукции на 71%. 40% выпускаемой продукции будет экспортироваться. Остальные 60% смогут покрыть импорт пробиотиков на 71%. На следующий год намерены организовать 200 новых рабочих мест. В частности, будут трудоустроены лица, которые включены в списки железной, женской и молодежной тетради. Производимые на предприятии пробиотики в основном направлены не на лечение, а на предотвращение заболеваний. Мы планируем отправлять продукцию в Америку и страны Европы. Фармацевтическое предприятие «Салюбрис Вита» было запущено в сотрудничестве с британской компанией «Пробиотик Технологи». Оно занимает площадь в 3 гектара и имеет годовую производственную мощность в объеме 6 миллионов упаковок пробиотиков на 70 миллиардов сумов. Благодаря запуску данного проекта стоимостью в 21 миллион долларов обеспечено работой 200 человек из числа местного населения. Как ожидается, предприятие будет приносить в бюджет 7,7 миллиардов сумм ежегодных поступлений. Между тем, уже есть планы и по экспорту продукции. Для производства пребиотиков и обеспечения качества выпускаемой продукции данное предприятие оснащено самым современным оборудованием, завезенное из Италии, Китая и Индии. Его запуск – большой шаг фармаиндустрии страны. Дело в том, что в мире существует высокий спрос на этот продукт. После того, как предприятие заработает на полную мощность, уменьшится не только объем импорта, но и увеличится экспортный потенциал республики. Поначалу предприятие будет импортировать полуфабрикаты, но после завершения второго этапа проекта оно заработает на полную мощь и будет налажен полный цикл производства продукции. Это будет 100% локализованный продукт, а значит и расширится география экспорта.